Огонь, вода и медные трубы. Все это ежедневно встает на пути сотрудников МЧС, но преградой для спасения не становится. 27 декабря сотрудники ведомства отмечали свой профессиональный праздник – День спасателя. 24 года назад руководство страны приняло правильное решение, объединило много праздников в Российской Федерации, которых профессионально отмечают спасатели, а именно День пожарной охраны, День пожарного надзора, День работников ГИМС, День гражданской обороны, некий один, День спасателя. Потому что на самом деле этот праздник, он ассоциирует в себе сплоченность всех коллег, всех людей, которые хотят своей работой сделать жизнь нашего общества безопасной. Предупредить чрезвычайное происшествие и, если это уже невозможно, спасти людей из зоны бедствия, оказать помощь пострадавшим. Такова непростая задача спасателей, которую они выполняют порой даже ценой собственной жизни. Ежедневно в регионе заступает на службу более 2000 спасателей. Каждый из них – профессионал в своем деле. Каждый понимает, что от точности и слаженности его действий зависит множество жизней. У опытных сотрудников ведомства уже был в ходе работы случай, который запомнился на всю жизнь. За мою 20-летнюю службу в пожарной охране достаточно много случаев. И один из ярко вспоминающихся мне, за что я получил одну из наград, это было спасение людей, массовое спасение людей, в том числе и детей. На 10-м проезде горел большой дом. Мы спасли очень много людей в составе команды пожарного подразделения, за что, соответственно, получили награды. Почести и медали. Но не за награды работают спасатели. И благодарности ничто в сравнении с осознанием того, что сумел прийти на помощь. Для них рисковать собственной жизнью не подвиг, не что-то экстраординарное, а обычная повседневная работа. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.